Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ложка, и мы продолжаем играть в дополнение к Outlast, которое называется Whistleblower. И мы, собственно, остановились на вот таком вот длинном темном туннеле. Освещает его только лишь вот такая вот красная лампочка. Не забываем то, что мы играем на высоком уровне сложности. Не на самом высоком, но все-таки он так и называется, высокий уровень сложности. И прямо сейчас мне на самом деле неохота идти туда. Но там есть что-то белое, что-то кровавое. Да, ладно. Так, камера у меня все еще в руках, да? Отлично. Фух, ну что же, я, наверное, пробегу, да? Раз, два, три. Ай-тай-тай. А, подожди, тут что-то есть. Вау. Ну тогда ладно, никуда мы не побежим. Ух ты ж, ё-моё. Я надеюсь, то, что сейчас скримеров не будет, потому что я, опять же, снимаю эту серию ночью. Я вообще собираюсь Outlast. Так, тихо. Кто-то идет. Ладно, я продолжу. Я собираюсь Outlast снимать чисто только по ночам. О май гад! Кто это? Ох, щит! Неужто я иду прямо к нему? Приятного аппетита, что ли? Я не знаю, что в этом случае нужно сказать. Слава богу, я не ем. Так, а, здесь можно пройти, да? Ох, щит. Да, на самом деле, страшно. Ну, это, думаю, логично. Ух, так, все, я спокоен как никогда. Что вы, да это же Outlast. Игра, которая смогла меня напугать полгода назад. Так, а, щита, вообще там она! Туда, беда, стикер, а? Что ты делаешь, что? Я же чуть не сдох от страха, не надо так. Вкусненько, да? Как вкусненько. Так, ладно, я ухожу, походу он походу меня заметил. Так, ладно, я не должен быть здесь. А, нет, вот проход, отлично, я вижу. Ой, лучше я уйду от этого бородатого мужика. Я, кстати, этого бородатого мужика видел в трейлере. Походу, мы с ним еще встретимся. Так, тихо. Че это за звуки? Он что, идет сюда, что ли? Так. О-хо-хо. Я сделал это. Я думаю, здесь безопасно. Можете забраться. Так, ключи. А, или... А, нет, это наручники. Кто там? Так, ладно, надо как-то снять наручники. Как это сделать? А, во, все, вижу. Отлично. Ха, смотрите. Тень от нас есть, а тень от двери, от вот этих вот деревянных, так сказать, хреней, нету. Немного не доделали. Ну да ладно. Не об этом сейчас. Это же Outlast, это же хоррор, черт подери. Здравствуйте. А это еще кто? О, нет, это же тот самый мужик бородатый. Я не хочу с тобой встречаться, чувак. Куда мне идти? Он меня заметил! А! Тихо. Где ты? Этот говнюшонок идет сюда. Я ухожу. Быстрей. Так, ладно, этот момент игры мне уже не нравится. Он слишком страшный. Сейчас обосрусь. Закрывай за собой дверь, быстрее. Вот, хорошо, что ты сам закрываешь все очень мягко, тихо и хорошо. Да. Так, закрываем. Не забываем закрывать. Фу. Так, отлично, мы прошли этого бородатого мужика. Слава богу, у него нету головы писюна, как в стандартном Outlast у двух других мужиков. А то я вспоминаю этот момент. Так, тут, кстати, батарейки есть? Батарейки. Нету батареек, хорошо. Так, так, тихо. Я знаю неподходящий момент, но не забываем ставить лайки на эту серию, потому что они мотивируют меня снимать эту дохренище страшную игру. И на меня сейчас идет этот мужик. О, нет. Куда мне идти?
А, майтаристу, ты кидан, тау, ствя, стикя! Пошел вон, пошел вон, пошел вон, пошел вон. Оп, тя. Давай, наверх. О! И чё мне делать с этим бородатым мужиком? Неужто мне нужно у него эту пилу отобрать и распилить наручники? Это же пипец какой-то! Эй! Эй-эй-эй! Ты же, надеюсь, не перепрыгнешь? Он перепрыгнул! Он перепрыгнул! Ну нифига ж себе! А ты уверен, что хочешь стягаться со мной? Ты посмотри на мою тень. Да я же этот, накачанный мужик. Да я еще и ученый. Ты действительно хочешь тягаться со мной? О, стоп. Мне пройти нельзя. Ну ладно, давай, напролом. Та-та-та-та-та-та-та. Опа, иди, давай, сюда. Ой, я вот так вот тебе. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо. Так, тут ничего нет. Идем дальше. Зря я это сделал. Открывай! Закрывай! Куда идти? Лезь! Лезь! Закрывай! О май гад, о май гад! Куда идти? Забирайся наверх! Нельзя, он не может забраться наверх. Он меня зовет Тимми. Ты чё, дурак, что ли? Тут должно же быть что-то. Ну не просто же я сюда... Пошел вон, тварь безмозглая, бородатая! Та-т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 а! Прячься! Окей, нам надо решить, как обойти этого мужика. Иначе мы никогда не пройдем его. Блин, у меня батарейки садятся. Ой, не вовремя. Надо поменять. О, нет! Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Ложка, с вами бородатый мужик. И сегодня мы играем в картошку. Давай, бежим. Куда бежать? Блин, я потерялся. Пошел ты вон. Нахрен, иди нахрен. За эти несколько минут я успел обосраться так, что... Кирпичики уже начинают лезть. Ладно, я спокоен. Я сейчас заплачу. Эта дверь откроется, если что-то сделать. Да я понял уже. Не заставляйте меня плакать. Игра. Я чувствую твой запах. А, блин, он уже рядом, ни хрена ж себе! Самый лучший человек, бородатый человек, ты идешь за мною, я бегу от тебя. Закрываю дверь я. Открываю дверь я. Закрываю дверь я. Я так понимаю, он может открывать... А, так вот куда надо! Вот я дебил! Вот я дебил, серьезно! Do you itch? You look like you have an itch. Itch, 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 itch. Just a moment. I just need to... Don't be scared. Не бойся. I have an itch. Что? Что такое itch? Я не знаю, как он... Ладно, неважно. Я думаю, просто пройду его, и будет хорошо. И ему, и мне... Ключ! Ключ от наручников. Мы нашли. Привет. Окей. Ох, ну ладно, я думаю, сейчас будет спокойно. Не так страшно. А, так я отсюда пришел, да? То есть мне сейчас надо, получается, вот сюда идти. Да, все правильно. Бородатый мужик, привет. Он бежит за мной, он бежит за мной, он бежит за мной. Здравствуйте, бородатый мужик. Я прекрасно понимаю то, что вы где-то...
Вы где-то рядом! Давай, давай, успею! Фух! А, так тут дверь была выломатая. Хорошо. О, да, я сделал это. 5 минут или 10 минут такого усердства не прошли даром. Ну что ж, на этот раз батарейки у меня хотя бы есть. Так. О, батареечка. Отлично. Хорошо. Здесь придется, я так понимаю, прятаться. Ну ладно, спрячемся. Нам что, сложно? Что... Опа, тыщ ты кентущ. Закрой. А, или подожди. Или он больше не ломится. Ну и ладно. А чё б не нажать-то? А на эту чё б не нажать? Да и на ту можно нажать. Там чё... А, мощит! Да ты самый лучший человек! Моё мясо! О, господи! Нет, это моё мясо! Оу. А! Ломай! Круши! Ломай! Ломай! Я сказал, ломай! Ну же! Ты сможешь! Я верю в тебя! Кулачок! Да! О! Все, мне аж легче стало! Нет, нет, ты будешь моим! А, беги! На дверь не зря указывала! Все, я. Куда бежать? Куда бежать? Я сказал, куда? Мне это не нравится. Мне не нравится этот разделочный стол. Мне совсем все не нравится. А, мне получается сейчас выходить, что ли, надо будет? Ой, мне это тоже не нравится. Мне вообще ничего не нравится, если честно. Ой-ой-ой, я помню эти газы, на самом деле. Надо их проходить, по-моему. Так, эта дверь не открывается. Нам, короче, нужно на все кнопки, я так понимаю, нажать. Все, вот тут я точно, я прям на 300% уверен, вот сейчас все будет спокойно. И никто на меня не нападет, никакие дедули. Дед, ну, если бы я, наверное, играл за какого-то мальчика, то, наверное, я бы его называл дед-педофил, но... Это никакой не дед-педофил, это дед-псих, дед-дебил, дед... Просто дед, короче. Так, сверху забраться нельзя, да? Ладно, отправляемся назад. Блин, сейчас придется идти туда, откуда он пришел. Точнее, откуда он орал. Стоп. Нет, подождите, здесь мы не были. Определенно. Так, что это такое? А, это опять эти записки. Ну, я могу, в принципе, вот открыть, вы можете прочитать. Я читать это не собираюсь, так как я помню по стандартному Outlast, то, что в этих записках не всегда что-то очень интересное, да. То есть в 80% записок это что-то просто отдаленное. Да. Короче, я опять потерялся. Вау! Хорошо. Можно было и не орать. Давай, я выбираюсь отсюда. Я ничего не понимаю. Тот дед это какой-то неудачный эксперимент компании Мерков или что? Или он просто здесь как бы был, всем было плевать на этого дедулю, и он всех кромсал? Ну, блин, ну, знаете, это как-то не связывается. Да что ты так падаешь-то? Так, вот сюда нам надо. Понятненько. Я надеюсь, ничего нажимать не надо. Такое чувство, что сейчас дед подойдет к этому трупу и начнет его есть. Вот просто труп слишком близко. Ой. О, нет! Вы видели это? Призрак. Это был призрак. Черт возьми. Да что со мной не так? Глюки какие-то. Так, куда дальше? А, во, вижу. Походу, вот сейчас-то мы спустимся и нажмем на кнопки. Так, идет сохранение. Значит, что-то плохое сейчас будет. Там батарейка? Да, серьезно. Батарейка. Нет. Туда мы просто не попадем. Надо поменять, кстати.
А, во-во-во, сейчас, походу, мы к батарейке и пройдем, да? Ага, отлично. Рация, 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 рация. Ну, конечно. Это же Outlast. Какая нам рация нужна? Мы же не хотим отсюда выбраться и... Эй, ладно, это же действительно Outlast. Чё с ним спорить? Откуда эти звуки пилы? Не от детка ли? Случаем. О май гад. Эй! Помогите! Черт! Они оставили меня одного с этим дедом. Хотя я надеюсь, дед пошел за ними. Пошел вон! Альсикен, дукен, та-дан! Сказал я тебе. Я бегу! Не обращаю внимания! Пою как дебил! Ну и просто бегу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А! Заперто! Дед, 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 не трогай меня! Я добрый! Отвечаю тебе! Отвечаю! Прям вообще как не знаю, кто отвечаю! А! Наверное, я пропустил что-то. Да ладно! Как это он меня убил? Слышь? Дедок! Да, действительно, сохранение было недаром. Ой, ты прям здесь! Да ты чё, издеваешься, что ли? Ой, скелетики, здравствуйте. Я чё, его оббежал, что ли? Лол. Я и сам не заметил этого. Блин, а куда бежать-то тогда? Я не вижу это... выхода, путей. Прыгай туда! А, да, вот, все, он протиснулся. Да уж, меня определенно будут винить те люди, которые уже проходили эту игру в моей тупости. А! Господи Иисусе! Ладно, я тут вам мешать не буду, ага. Я так понимаю, вы важными делами занимаетесь. Черт возьми, где это я? Я до сих пор в корпорации мерков, я так понял, но... Это что? Здесь ставят опыты, я так понимаю, да? А, блин! А... Ну хрен ли ты так орешь-то? Выключи газ, выключи газ. Как? Отключите газ, чтобы получить доступ к шлюзовой камере. Как отключить? Объяснил бы хоть. Ну там же дедок будет, ну я уверен, на 300%. Дедок, он знает какие-то пути. Апа-такитун! Понятно. Тыч-тыч-тыч. Ладно, я лучше пройду. Фух. Так, здесь нельзя. Здесь батареек нету. Идем дальше. Ла-ла-ла-ла. Я слышу... Звук бензопилы, или как ее там, пилы. Короче, дед рядом. Это определенно, дед рядом. Так, и куда мне? Ну ладно, пойду сюда. Так, здесь ничего нет. А, вот здесь что-то есть. Не, батареек нет. А, или подождите, или это какая-то кнопка. Да, это реально какая-то кнопка, но нажать на нее нельзя. Ну ладно. Так, а здесь что? Скримеров не бу... Ну, слава богу. О, кнопка. Нет, опять на нее нельзя нажать. А зачем она? Опаньки, да вы посмотрите, что я нашел! Так мы же уже здесь были. Нелогично как-то получается, вам не кажется? Может, я что-то пропустил? Нет, определенно я ничего не пропускал. Хорошо. Хорошо. О-хо-хо-хо, нет! Ну ты же не должен сюда идти, чувак. Да ты... Ты же добр... Ай-яй! Закрой! Прячься, короче. Все, меня здесь нет, чувак. Ну я вот просто взял и исчез. Прикинь, да, вот взял и исчез. Это немного могло показаться тебе странным. Но так и есть.
Ну да, я умнее тебя, потому что комната маленькая, ты как бы даже не додумался посмотреть под кровать. Я думаю, я действительно умнее тебя. Бежим! А! О! Давай, 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 туда, туда, вверх! Фух, отлично. Он почему-то меня называет Тимми. Кстати, а как меня зовут? Я забыл. Я упал. А, он рвется сюда, я бы тебе открыл дверь, но я понимаю то, что ты меня хочешь убить. Так, куда? Всегда найдется выход. Да, отлично. Я вышел. Фух, фух. Все, музыка пропала, все замечательно, все, меня никто не будет трогать. Я прям такой добрый, да? Че я вообще несу? Стоп, мы же здесь уже были, да? Надо, кстати, поменять батарейки. Тут, кстати, приходится очень часто врубать эти гребаные батарейки. А! О! Что было? Почему страшный звук? Был страшный звук, но я не понял, почему. О, ладно. Хотя бы так. Ух ты! Тут нет крови. Это место обещает быть безопасным, поэтому я поверю тому, что здесь нет крови. Крови. О, так ты живой! Приветики! Да я тебя трогать даже не собирался. А, точно! Нам же, кстати, газ нужно отключить. Я вспомнил нашу задачу первостепенной важности. А я что-то вообще просто все позабыл уже. Так. Страшный звук. И дед вернулся, да? А, подтекин, дон! Ну что у меня постоянно такие хрени-то под чан тут? Закройся ты! Черт возьми, здесь ничего нету. Ладно. Я встречу тебя лицом к лицу. Та-та-та-та-та-та-та. Закрывай! Молодец. Такой прям молодец. Да, бежим. Деток какой-то частый слишком. Так, сюда же нельзя, тут газ. А, вон он! А что мне делать-то тогда? Блин, я всегда наверх не смотрю, надо наверх смотреть. Там всегда может что-то оказаться важное. Подождите, тут что-то было. А, блин, а fuck this shit. Давай, 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 давай. Бегим отсюда, бегим. Бегим, 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 бегим. Ох ты ж, ё-моё. Тебя тут нет, молодец. Закрывай дверь. Все, страшной музыки нет, значит, все правильно иду. Или нет? Нет. Я неправильно иду, здесь ничего нет. И дверь не открывается. Патакистун! 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 Чё я несу? Закрывай! Прощай, чувак. Блин! Куда бежать? Чё делать? Оттуда я пришел. Здесь он уже что-то выламывал. То есть, смысла просто нету, да? Ну, ё-моё! Чего ж делать-то? Вот отсюда он вышел, да? По идее, здесь что-то должно быть. Обсматриваемся быстрее. Ну, ё-моё! Ну, точно! Ну, точно, черт возьми! Я дебил! Поздравьте меня! Я дебил! О-хо-хо! Сколько я? Наверное, минут 10 потратил на это, да? Ну ничего. Здесь и подумать надо. Ух ты, тут все поломано. Ладно, вырубаем. Открыто достижение, утечка газа. Вау. Ну что, а сейчас... Так. Опять газ!
Нет! А, не, он так и нужен, да? Черт возьми! Нашел он все-таки меня. Зато и теперь я понял, что надо делать. Ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла! Мне не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Так. Ну что же, я поздравляю вас. Мы прошли. Мы прошли этот гребаный момент. Но дедуля не заставит себя ждать. Он появится уже, наверное, сейчас. Более чем скоро. Ух ты, что-то загружалось. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, ну ладно, я так понимаю, здесь уже все будет намного страшнее. А пока я, наверное, попрощаюсь с вами. Фу. Я вот что нашел. Сравнение со стандартным Outlast. Здесь всякие вещи, по которым нужно пройти, спрятаны немного сложнее, чем в стандартном Outlast. То есть реально здесь найти что-то пипецки трудно, особенно когда за тобой гонится псих-старик. Это вообще... это что-то с чем-то. Но я думаю, то, что в следующий раз я не буду таким быть тупым. Я буду смотреть хотя бы наверх. Да. Ну, а пока, я думаю, мы уловили нить Outlast'а. Это пугание, это хоррор, это скримеры, да, то есть мы добились того, чего хотели, мы попугались, по крайней мере, я, не знаю, как вы, но я от Outlast'а ловлю пугание, то есть Outlast это такая штука, где, в принципе, не важен сильно сюжет, это догонялки, скримеры, то есть вы заметили, да, какой уклон разработчики сделали на скримеры в этой игре. Ну да ладно, что-то я уже, знаете, загавкался. Надо заканчивать серию, спасибо, что посмотрели, мой мозг уже не выдерживает, надо отдохнуть. И хочу вам сказать, то что если вы поставите лайк, то скорее всего серия следующая выйдет намного-намного скорее, чем вы думаете. Хотя не знаю, как вы думаете, но поставьте лайк, подпишитесь на канал. А с вами был Лоу-Лошка в роли какого-то ученого. Ну, типа ученого. Всем удачи, всем пока!